Мультиплеер? Ладно. На 50% больше дэмэджа просто получаешь. Ну, такая себе сложность. Будем на Relentless играть. Ебать, я ее точно покупать не хочу. Тут пол игры в этой, в разработке. Хотя попробуем веб, эту вебку, говорю. Ебать, чё, сенсой. Попробуем хотя бы демку. Ну, такое. Да это ультракил один в один вообще. Блять, даже контрол тот же самый абсолютно. Скольжение по стенам туда же. Причем бесконечное. Эти спиды, походу, тоже бесконечные. Ага. Подожди, чё? Левый контрол, чтобы чё сделать? Ладно, похуй. Неважно. Нет, два спида всего. Ресетится еще. Что такое плагиат? Пресс Е. Ну, пресс Е, блять. Ультракил у героя плохая камера. Чё? Какая нахуй камера? Вам не тиховато? Мне потому что тиховато как-то. Еще я пока что не слышу музыки. Никакой. Здрасте. А вы женщина? Ага. Ага. Спаситель прибыл. У нас не так много времени, город захвачен форсакенами. Похуй. Похуй. Два раза похуй. Что делать-то, блядь? Может, расскажешь? Прыгай. Блядь, у меня... Блядь. Вы бы почувствовали этот контрол, нахуй, в воздухе на себе. Полный распиздец. Честно. Персонажи колоебят просто как не в себя. Тихо, тихо, тихо. Да молчу, молчу, все. Сейчас будете охуевать вместе со мной. Ну, вроде норм. Блять, даже зарядка точно такая же. Еще и с отбросом. Ебать, я скакать могу. Ну, понеслась, бля. Пока что очень неактивно. Очень, очень не очень. Пытались меня этим наебать? Рили? Really?
Да я здесь мастер контроля вообще всего, блять. Ладно, музон интересный. Пока что. Так, стреляйте кто-нибудь. Тут это не работает, понятно. А мне нравилось в ультракиле механика с отбиванием всего и вся. Сейчас горничная придет, не надо. Ну или надо, сами смотрите. Пока что интересно, ладно. Куда идти-то? Ай. Или не ай. Левел дизайн очень странный. Очень странный. Сосков нет, не канон. Ну все, я потерялся. На ультракилл нет ничего похожего. Вообще ни одной, блядь, игры нет. Вообще абсолютно ничего похожего на ультракилл нет. Никогда такого не было. Перезарядки, кстати, не существуют. Это больше на Quake похоже. По ощущениям. Боссы дадут? Залупа говна. Ну, кому еще ебало разбить? А, да? Как же его носит в воздухе? Это просто пипец. Тут явно не настроено управление персонажем. Не откалибровано абсолютно никак. Потому что меня носит в воздухе, как корову на льду. Да ебаный пиздец. В принципе, в ультракиле была примерно такая же проблема. Потому что контроль в воздухе в ультракиле такая же залупа. У меня складывается полное впечатление, что они просто спиздили оттуда абсолютно все, кроме текстур. И не смогли спиздить, кстати, механику с отбиванием выстрела. Кек. Поэтому ее здесь и нет. По мне не очень. Пока демка играется, ну, такое. Музон мне не очень нравится. Подходящий. Я могу сделать музон поактивнее, кстати. Но придется свой подрубать.
Это босс, что ли? Что-то такой себе босс. Не почувствовал. Вот это уже нравится мне больше. Но не намного. Назад я тоже умею, отлично. Очень хорошо. Ах ты, сука. А как хиляться? Ты ебать. Так, ладно, ультракиловские тактики не работают. Ну, просыпайся, блядь. Урон такой же, как у пистолетика. Ладно. Ладно. Слезай, чё? Я максимально не хотел играть в эту игру по-скучному, но игра вынуждает меня это делать. Как говорится, не умеешь — не берись, блять. Пытались сделать клон ультракилла, не получилось, блять, не проканало. Хуйня какая-то вышла, по-моему. Надеюсь, это конец демки. Чё от меня хочет игра? Ты кто? А? Копирка первого босса ультракилл. Какая графика? Чё, шутишь, что ли? Залупа какая-то конская. Чё это, блядь, было? Всё. Конец демки. Да, блять.
Охуй. Я не наблюдаю здесь баланса. Вот мы идем против босса, которого надо побеждать не спеша, не торопясь, стреляя в голову. А вот мы воюем, блядь, на арене, в которой застревают женщины в окнах. Под биток. Я еще из-за этого управления потрясающего теряюсь, блять, пространств. Кто остался? Хорошо, когда женщины застревают. Ну и в таких же позах. Она-то боком застряла, а не жопой. Чё я взял сейчас? Что это за хуйня? Враги спавнятся на тех же местах. Найс. Ух. Знатно бомбануло. Слушай, ну здесь реально предполагалось просто, блядь, бегать и стрелять. Хотя, что еще ждать этой игры с названием шутер? Вернее, с жанром, правда? Привет, блядь, дружок. Пирожок. Какой? Сейчас посмотрим. Да, прикольно. Сейчас посмотрим, что там за движок. Unity, да. На Unreal Engine это все было бы красивее и прожорливее. Даск норм. Ну, саундтреком точно норм. Геймплея там уже и не было почти. По-моему, это арена, шутер классический. Тебя закрывают с врагами на арене, и ты там делаешь вещи. В принципе, я небольшой фанат такой хуйни. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Если там музон нормальный, а не вот это вот. Блять, одинаковая нахуй залупа. Бесит меня, блядь. Рядовой моб.
Ну, это чисто тир. Тир по тем же местам. Две женщины. Больно делают мне, кстати. Здесь почти как жизни нахуй. Где ты там? И все. А тебя закрывают, но ты говоришь, тебя заперли, это вас заперли здесь со мной. Я тоже смотрел кино, да. Кстати, можно пересмотреть, наверное. Ебать. Они приседают. Drum and bass пошел. Радио Рекорд. Как живешь? Я буквально стреляю по торшерам. Ни одной женщине с мечом. Только не попадаю нихуя. Да блять. Скакать я могу бесконечно по стенам. О! Вот это мне больше нравится, кстати. Хотлайн Майами. Зачем? Она слишком старая. В смысле не старая? Старая. Все. Перезарядка для слабаков. Как и перегрев ствола, кстати говоря, урон ниже, чем у пистолета. Да, полетел. Жопу вашу винтовку, вот что я вам скажу. Вот твое оружие. В принципе, как и ультрахили, кстати. Да блять.
Блин! Это было нечестно. Подстава какая-то. А нахрена мне вообще эти платформы дурацкие, если я могу бесконечно по стенам прыгать? Drum and Bass тут, конечно, вообще пиздец. Какой-то нефтемный, что ли. Дайте я сделаю игру веселее гораздо. Заткнись. Сейчас исправим. Оружие из Metal Hellsinger. Сейчас еще лук найдем. Или это бумеранг, бумеранг, бля, о, да заебись будет, охуенно. Так. Алек Ков. Немножко не тот трек. Пиздец, он сливается с окружением. Ха-ха-ха, ебать. Где? А, чё, всё, что? Фу ты. Блять, даже не спрашивайте меня, что происходит, я просто прыгаю по арене, как ебанутый. Что-то взрывается. Что-то переборах как-то. Дед Бана угрожает. Отлично. Пусть не угрожает. Какое-то ожидание конца демки. Чего, мне нравится? Блять.
Я попадать я сегодня буду, нет? Металл облагораживает игру. Умри. Да бля. Я банами не угрожаю, я сразу даю просто все. Ну типа здесь банов нет, понимаешь, здесь банов не существует. Какие-то угрозы дурацкие, вот это вот все ограничения, нахуй никому это не надо. За жопу там? Вовремя ты отошел. А все, а не покажу. Это моя была. Блин, вот с металлом было бы лучше. Согласитесь, с металлом было бы лучше, чем вот эта вот залупа конская. Нравится? Кстати, про застрявших женщин. Вот правильная поза застревания женщины в окне. Если что. Ну, более-менее. Так, нормально вас тут наспаунило. Блять. Да пиздец. Со мной что-то не так, блять, или с игрой что-то не так. Да уровень просто из ультракилла. Один в один. Иди в пизду. Дверь открой мне. Я ухожу, все, ушел. Такое. Какие триггерами спавнится? Потому что это залупа, а не игра. Здесь собранная на коленке. Ёб твою мать, да блять, да попади ты нахуй в него, ну. Окаэри насай масе, гошужин сама, уэкому ту за найто кафе. Вот теперь мне нравится уровень звука.
Да ёб твою мать, да блять. Понаставил этих дырок. Всё? Где еще один торшер остался? Живых. Хорошо. С любой врагом сжигать. Слушайте, за деньги я сыграю в эту вашу игру с 5 спичками. Бля. Где я? За 1000 нет. За 5. Минимум. Почему персонаж не носил зажигалку? Потому что спички есть. Вот этот трек кочевый, классный. Наконец-то. Только скорость игры абсолютно не подходит. Она слишком медленная. Они заебали спавниться на одной, сука, и той же точке. Чит инженер подключить скорость? Да можно, конечно, но, блядь, ебанешься. Ты же видишь, какой тут цветастый пиздец происходит? Хотя... А хули мне мешает, блядь? Ой, пейнт открыл случайно. Сейчас вам писюн нарисую. В стакане. Давайте увеличивать скорость. Пятикратная. Нихуя не меняется. Абсолютно.
становится только хуже, по-моему. Фу, увеличился. Залуп какая-то. Два дня назад сделали прививку ступника, и она заебала болеть. Получается, ты заболел этой хуйней? Не? Если она болит. Фигня. Чуть тебе не нравится. Spire of Sorcery, я даже не помню, что это такое. Хуйня какая-то, гремлинов не. А что именно хуйня, игра или трек? Надо демку допройти до конца, чтобы окончательный вердикт поставить, что это хуйня. Ёб твою мать. Я перестал попадать в женщин, в детей. Подписчиков нет. Так, нормальный график, не, ну согласен. Под конец интересно станет. Точно нет. С таким геймплеем определенно нет. Вот что это за геймплей, блядь, сейчас был вообще? Что это за хуйня? Стоишь, блядь, на месте. На, нахуй. Шива, блядь, какая-то. Меня по карте что-то кидает из стороны в сторону. Давайте послушаем оригинальный трек. Интересно просто. Наслаждается. Что с тем хоррором? Каким хоррором? Микрофон как кино. Я тоже не помню, что, как оно называлось, поэтому похуй.
какой-то индийский фильм начался, по-моему. Оно закончилось. Блять, оно не закончилось. Сука, да когда ж ты закончишься-то, а? Потрясающе. Нажимаю РМБ, не работает. Как выйти-то отсюда нахуй? Блять, охуеть вы придумали, конечно. Все. Это глава всех торшеров, это великий торшер. Глава торшеров поменьше, торшер побольше. Стреляет. Так, дальше что? О. Стрелять ты не умеешь, видимо. Хуйня собачья. Видимо, предполагается, что я буду использовать эту хуйню здесь. Я не буду. А я в домике, бля, что вы мне сделаете? 6 хп. Миссайт. Вообще не выходило ни разу. Все, вот ждем появления в Стиме. Да, бля.
А я даже не вижу, в кого я стреляю. Как же его носит. Прям как УАЗик в Дейс в ранние годы. Или что там было? Помню, на чем там катались. На Праге, по-моему. Вроде кроме Праги ничего и не было больше из машин. Поначалу. Кто живой-то? Не наблюдаю живых. ご主人様、ウェコムトゥーザナイトカフェ。Да, мужики, я живых не наблюдаю вообще. Никого нет живых. Кого убивать-то? Живые есть? Живые. И что? Типа он зеленый стал, да? Найс акробат. О нет, опять этот дурацкий уровень. Опять эти ублюдские лестницы. Найс.
А, похуй, ракетница, не ракетница, пистолетик. Урон одинаковый. Я сегодня меток как никогда. Я проиграю, если что. Найс, меня тут встречает делегация. С парой миллиардов врагов. Кто-нибудь видит, куда я стреляю вообще? Ну нет, это надо пройти. До победного конца. Да, сейчас будет отъезд. Кто умер, кто в живых-то остался?
Закончись, пожалуйста, хватит. Да, блядь. Фу, оно закончилось, ура. А, понимаю. Понимаю. В общем, такая вот залупа. Я не уверен, что вам на это сказать. О, мои глаза, блять. Вот что могу я на это сказать. Пиздец. Просто пиздец. Ой, блять, мои глаза реально. Какая-то жесть.